Приветствую вас, мои дорогие красавицы, с вами Лилия Донскова, и сегодня я готовлюсь вместе с вами к Новому году, к новогодним праздникам. Я сделала большой запас масок и для волос, и для лица, кремовые и тканевые. Обожаю маски с фруктами и думаю, что на эти праздники моим любимчиком все же станет новинка от Oriflame. Это косметические патчи с киви. Они обладают очень сильным увлажняющим эффектом, и использовать их можно абсолютно на разных участках кожи, как на лице, так на локтях, на коленях. То есть все, что сохнет, везде можно прикладывать всего на 10 минут эти патчи. Давайте посмотрим, что же это за чудо. Так, здесь есть специальные надрезики, чтобы вскрыть. Открываем. В упаковке 8 штук. И что удобно, здесь есть такой специальный замок, потому что мы же сразу их не используем, и потом аккуратненько этим же замочком закроем патчи. Так, достаю. Вау, какие они красивые! Выглядят, как будто бы киви разрезали на кусочки. Так, я взяла сразу, по-моему, две штучки. Итак, как их можно лепить? Ой, как это красиво, смотрите. Ох, а какие будут шикарные инстаграмные картинки у нас с вами, представляете? Кстати, патчи тканевые, и поэтому их можно даже разрезать. Смотрите, я приготовила ножнички, и я аккуратненько разрезаю. Оп! Они очень хорошо пропитаны сывороткой, и я могу прилепить сюда. И вот здесь у меня межбровная морщинка, я ее тоже сейчас увлажню. В общем-то, я думаю, что фотосессия у нас будет у всех просто чудесная. А кто здесь мне помогает? Лазит по раковине, включает воду, нюхает патчи. Вкусно пахнет? Иди, давай гуляй. Итак, на 10 минут оставляем, потом снимаем, выкидываем. И здесь у нас в запасе, помните, 8 штучек хватит на все выходные. Даже если нам предстоят бессонные ночи, много прогулок, веселья и праздников, мы знаем, что утром нас спасут и увлажнят нашу кожу шикарные новиночки в виде фруктов киви. А, стоит чудесный аромат. Это очень вкусно, поэтому я вам всем рекомендую попробовать новинку. Жду ваши отзывы. До новых встреч, пока-пока! Пролетели 10 минут, я начала снимать патчи и поняла, что это вам обязательно нужно показать, потому что эффект очень крутой. Смотрите, я снимаю, а здесь нет морщины, она полностью разгладилась. Снимаю патч под глазками, и тут тоже мягкая, ровная, увлажненная кожа. И остался еще один, самый большой. Оп! Такая красота, даже жалко выкидывать. И смотрю на себя в зеркало и радуюсь, потому что я вижу, как у меня разгладилась кожа, и она стала еще лучше. А теперь точно побежали за покупочками, положу себе в корзину, пожалуй, 10 пачек. Надеюсь, хватит на первое время. Все, пока-пока.